Привет всем! Сегодня мы с вами научимся расслабляться. Особенно хорошо для тех, кто, например, у кого сидячая работа. Также, знаете, иногда мы не можем уснуть, нам лезут какие-то мысли в голову, что-то нам не дает, нам неудобно лежать, то как у нас матрас вроде бы не такой, то что-то нам мешает лечь, мы ворочаемся в постели, то нам подушка не такая. Конечно, подушка и матрас – это очень важно, но сегодня мы с вами будем учиться расслаблять наше тело. Конечно, мы с вами начнем с дыхания. Правильное дыхание поможет нам расслабиться, успокоиться, снять стресс и очистить голову от глупых, негативных мыслей. Итак, встанем в удобную позу. Спина должна быть прямой. Начинаем вдыхать на 4 счета и выдыхать. Теперь мы с вами немного поработаем плечами, расслабим наш позвоночник. И знаете, свое тело, нужно полюбить свое тело, и тело вам скажет спасибо. Важнейший фактор – это правильно уметь, правильно и здорово расслабиться. Состояние расслабления – это важно уметь правильно и здорово расслабиться. С помощью таких анатомирующих движений мы с вами расслабимся. У нас будет хороший, здоровый сон. И тебе обязательно скажут за это спасибо. Обязательно попробуйте, прежде чем переключаться. Я думаю, вам очень понравится. Попробуйте перемещать вес вашего тела с помощью импульса. Неосознанный с рукой, который вы протягиваете вперед. Медленно и плавно. Также большое значение имеет ходьба, когда вы находитесь в каком-либо пространстве замкнутом, пусть это будет внутренний кабинет. Начинайте просто ходить, траектория движения тут не важна. Замечайте то, что вокруг вас, и самое главное, дышите. Постепенно вы ощутите, как ваше дыхание нормализуется, и шаги становятся мягче, и ваше тело все больше и больше начинает вас слушаться. После ходьбы, конечно же, мы должны будем лечь на пол, но так как я это делаю, предлагаю это делать перед сном, то есть мы уже ляжем в кровать. То, что мы делаем в кровати, или можете подстелить. Только если вы это делаете, например, днем, хотите избавить каких-то нехороших мыслей, какого-то стресса. Для расслабления положения лежа я как-нибудь покажу вам позже. Если же вы раз и у вас не получилось сбросить какой-то душевный физический балласт, который накопился, то лучше всего это достигнуть путем релаксации из йоги, шавасаны. Но мне достаточно и того, что я вам сейчас показываю. Так, степ-степ, ножки вперед. Теперь мы должны с вами расслабить наши ступни, наши ножки. Мы им благодарны за все, за целый день работы. Также переходим к нашим бедрам. И мы чувствуем, как все расслабляется, движение становится наше мягче. И в общем, просто получайте, попробуйте получить удовольствие от каждого вашего движения. Thank you.
хороших, веселых снов. И завтра вы обязательно проснетесь с улыбкой, и тело вам скажет спасибо. А для души еще можно прочесть молитву. Все. Всех люблю, всех целую, всем пока.